Муниципи Белтс будет выглядеть по-другому, если к руководству городом придет честный, компетентный и преданный своему делу мэр, утверждает Борис Маркач. Кандидат партии «Действие и солидарность» вместе с депутатом Владимиром Болей встретились с сотрудниками ряда организаций из Бельц, чтобы обсудить изменения, которые будут осуществлены в городе, в том числе с помощью действующих парламента и правительства. В случае избрания мэром Борис Маркач обещает уделять больше внимания коммунальному сектору. Undeva la 20-25 de kilometri de apeduct să reconstruim sau să reparăm peste 20-30 de platforme pentru gunoi și să construim o fabrică pentru prelucrarea deșeurilor. Așa și numai așa poate să devie municipiul Bălți un oraș european. По словам его коллег из партии «Действие и солидарность», Борис Маркач – неподкупный политик, который может навести порядок в Бельцах. Eu sunt foarte încrezător în ceea ce privește șansele domnului Маркач de a ajunge în calitatea sa de viitor primar general al acestui municipiu. Din simplu motiv că are toate calitățile care trebuie să le aibă un primar. Este un домн онест, чинстит, коррект, экстремный мучитор. Врачи Бельской психиатрической больницы говорят, что им нужны молодые специалисты и надеются, что Борис Маркач вместе со своей командой внесет свой вклад в решение этой проблемы. Перка витору примар, примуренсфи, он профессионалист, он ум онест, он ум чинстит, и он ум, который еще не пленеште промиссионеле, который ле презента. И domnul Маркач, noi vedem toate aceste calități prin lucrurile care le-a făcut el până acum. Domnul Маркач cunosc de mai mult ani. El, într-adevăr, e un gospodar, e un specialist și nu e rău chiar și ca politician. Și sigur că o să fac față obligațiilor care el și le asumă. Și pasul a făcut o alegere corectă. Îl susțin și sperăm că să fie într-adevăr un primar al tuturor bălțenilor. Сотрудники швейной фабрики в Бельцах выразили доверие кандидату ПАС. Именно поэтому 21 ноября они проголосуют за Бориса Маркача. Eu sunt locuitoare de pe strada Conev, unde dumnealui a participat la repararea străzii și cu adevărat mult s-a făcut și dorim succes și credem că va trece toate obstacolele acestea și va fi un primar care dorește oraș. La viitorul primar avem așteptări ca să fac schimbări. Boris Marcoc e foarte om inteligent, vorbește frumos, cultural, merită ca să fie primar. И сотрудникам крупнейшего производителя окон в Молдове было любопытно узнать, как Борис Маркач будет способствовать развитию города. И когда мы выбираем себе примара, мы должны выбирать трудягу, рядом с которым мы должны работать и отстраивать наш город, наше внутридворовое пространство, менять канализацию, и чтобы был город, в котором ты хочешь жить. Да, я доверяю, голосовать буду, но дай бог, чтобы он сдержал свои слова. То, что он пообещал, чтобы все верили ему. Так что 21-го встречаемся на выборах. Прочитал его обещание построить больницу. Это, если он выполнит свои обещания, это будет очень здорово как бы для города. И преподаватели из профессиональной школы номер 5 в Бельцах уверены, что Борис Маркач станет мэром, на которого можно положиться. Он примар требует сфиал нострал тутурор. Al profesorilor, dar și al elevilor, domnul Маркач este persoana care se ține de cuvânt. Domnul Маркач este persoana care este gospodar într-adevăr. Lucrurile care sunt realizate de dumnealui în oraș sunt realizate cu dăruire de sine. În fiecare din ele și-a pus sufletul, și-a pus inima, și-a pus harul său dumnezeiesc. Борису Маркач 56 лет. Он является председателем територіальної організації ПАС в Бельцах.